Купалия – один из древнейших праздников восточных славян, посвященный солнцу и расцвету земли. Традиции этого народного праздника живы и сегодня. В минувшую субботу Залесьем принимало гостей. Здесь прошли традиционные купальские гулянья с веселыми танцами и хороводами, плетением венков и зажжением костра. Во купалу да на рассвете прогуляюсь по лесу, да при ярком солнце свете наберу в ладонь росу. Трав душистых соберу, совью венок на берегу. Пусть венок любовь найдет мне, я ее уж сберегу. Каждый год у нас прибавляется зрителей. И не простых зрителей, а зрителей, которые приезжают посмотреть нашу именно программу. Почему? Потому что на самом деле, как у нас сочетается как современность в нашей купальской программе, так обязательно мы держим до сих пор народности пласт. И вы знаете, вот этот микс, скажем, да, он интересен. Он интересен как молодому поколению, как и поколению постарше. Приезжаю в Залесье, мне здесь очень нравится. У нас такая традиция с детства отмечать этот праздник Купалия. С семьей ежегодно приезжаем, отмечаем, очень нравится. Прыгаем потом через костер, да, пускаем венки по воде. С детства бабушка с дедушкой нас приучили к этой традиции. Мы приехали к началу и останемся до конца, дождемся костра и будем до победы. Я уже здесь уже третий раз, и мне все время здесь очень нравилось, вот поэтому я свою подругу пригласила с Борисова. Вот, распространяем ваши, как скажем, новости, которые у вас есть. Вот, ну и в принципе, тут очень классно и всегда хорошая, насыщенная программа. Специально с Маргонь я приехала с Борисова ради праздника Купалия здесь, и я очень надеюсь, то, что он такое же зародит в моей душе любовь, которая присутствует в душе моей подруги к этому празднику. Хорошо, что продолжается, в принципе, традиция, насколько я здесь живу, каждый год продолжается Купала, и, ну, наверное, хорошо бы было, если бы традиции не забывались, каждый год продолжались. Очень классный праздник, мы не ожидали, мы приехали из Минска чисто случайно, были на даче, знакомые с дачи пригласили, говорят, в Залесье такой классный праздник будет, приезжайте, поедем, посмотрим на Купале, отпразднуем. Мы с сыном собрались, вчера мы отпраздновали в Минске Купале, костер, шашлыки, все как надо. И уже как бы и думали, не нужно отмечать его, а тут узнали, что здесь есть такой хороший праздник, приехали. Очень довольны, очень аутентично все, очень много обрядов, интересных каких-то завораживающих игр, какие-то венки. Здесь песни народные намного интереснее, нежели в Минске проходит все. Как-то не так громко, не так шумно, но при этом по-доброму, приятно. Как-то и люди такие доброжелательные вокруг. Нам очень нравится. Сын первый раз на празднике. Мы приехали из Маргони чисто случайно сегодня. Объявление нашли в интернете, решили детям показать, что это такое, что это за купалья, какие обычаи-то обряды у нас проводились еще в мое детство. Когда-то сама родом я из деревни Сосновка участвовала в таком же выступлении. Было очень весело, интересно прыгать через костер. Но дети на данном этапе этого ничего не знают. И хочется, чтобы они тоже поддерживали наши традиции белорусские, чтобы они знали, что это за праздник и как его нужно праздновать.